Как посеять по методу Хольцера? Актуально, если мало земли. Перемешать все и посеять в один рядок. Здесь у меня кукуруза, помидоры, дыни и арбузы. Победила кукуруза. И помидоры неплохие, дыни, арбузы навряд ли будут. Земля, содовый солончак. Боже упаси использовать мыло, соль и соду на огороде. Я копала на глубину 40 сантиметров, удобряла ветками, кухонными отходами, сделала капельный полив конденс-компрессор, но не факт, что что-то вырастет.